краси продовжує перевтілення жінок нашого міста. Сьогодні стилісти змінюватимуть образ вольової та впевненої у собі Наталії. Жінка ретельно доглядає за собою і полюбляє комфорт та зручність. Я обычно одеваюсь по-разному, ношу всевозможную одежду, от джинсов до классических костюмов. Мой повседневный образ приблизительно такой, как сейчас. На макияж я трачу очень мало времени, это буквально несколько минут в день, ну где-то около 2 минут в день. Он у меня привычный, обычный, то есть все привычным росчерком пера делается очень легко и быстро. Укладку я тоже делаю достаточно быстро, я часто мою волосы через день. Сушу их феном, делаю простую укладку. У меня сейчас достаточно несложная стрижка, это каре. Ее не очень сложно укладывать самой в домашних условиях. Наталя любит эксперименты. Змены у ее жизни відбуваються майже щодня. Я могу себя смело назвать человеком, который не боится в жизни перемен. Я очень часто меняла работу. Я родилась и живу в этом городе, Николаеве. Я несколько раз поменяла место жительства. Я жила в разных районах этого города. Уже больше 20 лет живу в центре города, недалеко от этого прекрасного парка. То есть я не боюсь в жизни любых перемен. Для себя перемены, я считаю, это как подняться на одну ступень выше. То есть в буквальном смысле подняться на ступеньку выше и увидеть для себя новые горизонты, перспективы, новые возможности. Поэтому я ожидаю от этой передачи, что я смогу кардинально изменить свою внешность, то есть мне помогут в этом стилисты. Они сделают меня такой, как они видят мой образ, а это даст мне свою возможность, ряд новых возможностей и перспектив. Зміна образу є дуже доречною, зважаючи на її роботу. Моя работа с клиентами связана работой голосом, то есть клиент меня не видит, он слышит только мой голос. Но для того, чтобы работать с клиентом голосом, тоже нужно ежедневно иметь хорошее настроение и самочувствие. Поэтому, естественно, свой внешний образ, который я вижу с утра в зеркале, отражается на моем внутреннем настроении. За гарний настрій нашої героїні відповідають і її захоплення. Вона має власну колекцію старовинних монет, які для неї мають дуже велику роль. Систематичний підхід до колекції відображається і у прагненнях Наталії до її зовнішності та роботи стилістів. Мені би хотілося, щоб мені стиліст-візажист допоміг определиться з формою і, я бы так сказала, интенсивностью моих бровей, потому что мне каждый день приходится карандашом делать себе идеальную форму бровей. Это достаточно сложно, не всегда они получаются идеальными, это отнимает некоторое время. А у стилиста по одежде я хотела бы получить консультацию, ввиду того, что у меня много разной одежды, много разноплановой, я бы хотела получить консультацию по поводу, как же все-таки выглядеть модно и стильно каждый день и в соответствии со своим возрастом. У стилиста-парикмахера я бы хотела получить консультацию, как хорошо и правильно ухаживать за волосами, чтобы прическа была не только красивой, а волосы также имели и здоровый, и ухоженный вид. Бажаєте побачити позалаштункові моменти перевтілення наших героїнь? Ви маєте таку можливість, ще й не аби як, а у режимі реального часу. Слідкуйте за фоторепортажем у нашій спільноті ВКонтакті і першими оцінюйте нові образи героїнь лабораторії краси. Побажання вислухали, час вирушати до салону краси «Комплімент», щоб назавжди змінити образ Наталії. Доброго дня! Добрий день! Давайте познайомимось, це наші стилісти Ірина Вікторівна та Альона будуть займатися вашою зачіскою та макіяжем. Дуже приємно. Я думаю, їм приємно зараз познайомитись з вами і дізнатися, чому ви вирішили звернутися за їх послугами. Я хотіла би спросити, які у вас виникали проблеми або дискомфорт після посещення парикмахерського салону?
У меня тонкие волосы от природы, так как я натуральная блондинка. И после прохождения некоторого времени я вижу, что волосы сухие и рассеченность концов. И в этом случае появляется такая немножко неопрятность у прически, да, потому что такие они как бы растопыренные получаются волосы. Вот этого мне бы хотелось избежать. И сама структурка слегка вьющихся волос? Да. Да. Вот это я вижу, и для меня как бы первоочередное это то, что нам нужно вот убрать этот эффект. Или убрать, конечно, то, что дала природа, мы не можем, но косметически скрыть это мы сможем. Можливо, у вас есть какие-то побажання щодо кольору та форми вашей зачіски? Мне бы хотелось, чтобы моя новая прическа была максимально проста в укладке, чтобы я могла практически ежедневно уложить ее дома самостоятельно, чтобы это было не хуже, чем в салоне. И также мне хотелось бы, чтобы у моих волос был объем. А ось щодо макіяжу, які у вас є побажання до нашого візажиста? Мне бы хотелось изменить свои брови. Повторю, так как я натуральная блондинка, у меня светлые волосы, естественно, светлые брови. Каждый день мне приходится делать макияж бровей. Он не всегда получается идеален. Это бывает, отнимает некоторое время, бывает, иногда портит настроение. Поэтому мне бы хотелось узнать у Алены, возможно, мне нужно сделать татуаж. Я сейчас слышала, что есть такая процедура – эко-татуаж бровей хной. Возможно, мне нужно будет сделать так, или просто это какое-то простое окрашивание бровей. То есть, что бы мне посоветовала Алена изменить именно в моих бровях? Да, я думаю, это как раз ваш вариант, и татуаж вам отлично подойдет. А что вы ожидаете по макияжу от сегодняшнего дня? Я делаю макияж уже очень много лет, один и тот же, практически только в редких случаях, если я иду на какое-то мероприятие, я пользуюсь тенями. А в основном мой макияж – это подкрашивание верхнего и нижнего века карандашом светлых тонов, или бирюзовый, голубой, светло-серый. Это тушь либо коричневая, либо синяя. И, собственно, губы. Поэтому я привыкла к такому обычному повседневному макияжу. Скажу честно, не очень могу правильно, профессионально пользоваться тенями для глаз. Хотелось бы научиться. У меня уже идеи есть, поэтому готова работать. Спасибо. Я думаю, певні думки у наших стилістів вже з'явилися. Да. Вам, наша дорога героїня, пропоную перейти до першого етапу перевтілення, а ми зі стилістами ще трошки поспілкуємось. Хорошо. Людмила Ильичева, косметолог. Для нашей Натальи мы провели процедуру карбокситерапия, которая придаст лифтинг-эффект, уменьшит морщины, повысит тонус кожи, а также простимулирует выработку коллагена и эластина. Добрый день. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Що ж, дорогі мої стилісти, познайомились з нашою сьогоднішньою героїною. Досить великі в неї вимоги до вас сьогодні. Да. Які ж у вас думки? Ну, моя задача зробити об'ємну стрижку, яка б допомагала нашій моделі виглядати свіжо, модно, стильно і поменше, щоб займала часу укладка. Тобто вона хоче виглядати хорошо і красиво, без особих усіх. А наскільки можна буде зробити її великий об'єм, дивлячись на те, яке в неї волосся? Ну, для цього є некоторі хитрості, да? Секрети. Секрети парикмахерського мистецтва. Це стрижки боб, які дають ізначально об'єм на волосах. Причому на будь-яких волосах, будь-якої тонкості, будь-якого там менше, гуще, тоньше, все равно об'єм появиться. Ну, дивлячись на цю модель, в неї схоже волосся, як у нашої героїні. Угу. Тут дійсно об'єм можна зробити. Да, да. Об'єм ми создадим, цвіт, який придасть і блеск, і углубить
оттенок для того, чтобы создать еще большую объемность на волосах. То есть мы поработаем еще и с цветом волос. Угу. Леночка, а что до кольору у макияжа? Наша героиня полюбляє бирюзовый, блакитный колір. Что ты будешь обирать? Я хочу радикально поменять все, потому что хочу от всего этого отойти, исполнить макияж более таких приятных пастельных оттенков, угу. Выразить глаза, придать коже сияние. Вот. И главное заняться ее бровями. Угу. Мы додам им яскравости. Да, будет форма, то есть мы будем рисовать хной, придавать форму бровям. Що ж, дорогі мої стилісти, я думаю, варто подивитися, як проходить перший етап перевтілення, а ви вже маєте готуватися до роботи. Да. У вашому гардеробі безліч речей, а вдягти на відповідальну зустріч немає чого, усі речі сірі та одноманітні, чи навпаки крикливо-строкаті, ваші сукні підкреслюють недоліки фігури, вам варто звернутися до модельєра. Стилісти салону краси «Комплімент» допоможуть вам підібрати базовий гардероб, що зможе підкреслити вашу красу. Одягатись стильно та заощадливо можливо. Щоб стати учасницею нашої програми, звертайтесь за телефоном 76 61 61. Наталя Васильковець, модельєр. Добрий день. Меня зовут Наталья. Очень приятно. Наталья, я хотела бы проконсультироваться с вами по поводу стиля своей одежды. Мне хотелось бы, несмотря на мой возраст, выглядеть всегда модной и стильной. Скажите, пожалуйста, насколько это возможно с моей фигурой и с учетом моего возраста? Хороший вопрос, потому что это волнует женщин всех. Вот в таком возрасте, как мы с вами, потому что больше уделять времени можно себе и искать уже то, что не удалось там благодаря детям и внукам по времени. Что любите вы носить? Я ношу абсолютно все, от джинсов до классических костюмов, то есть я ношу в повседневной жизни и брюки, и юбки, и блузы, и пиджаки, то есть все возможные одежды и всевозможные цветовые гаммы. Ну вот насчет пропорций я вам скажу по вашим вещам. И потом перейдем к цветовой гамме, потому что есть слишком активные вещи для вас, которые могут немножко спорить. Вот у вас очень нежный образ. По фактуре вот такие вещи, рыхлые фактуры, нежелательно. Вот это отлично все. А вот такие особенно, вот такие тем более, потому что они разбивают очень много их. Ну, как бы нужно разбивать тогда немножко. Не платье надевать, а, допустим, джемпер с чем-то или с брючками или еще что-то. Много вот такого, получается слишком активное пятно и не будет видно вас. В этом плане слишком рыхлое, оно разрушает просто фигуру вот по своей структуре. Вот такие более гладкие вещи, графические, вам очень хорошо будут идти. По цвету более нежная тона. Если вам хочется, ну такие можно иметь, но тогда нужно, чтобы им подыгрывали украшения, макияж. Термоядерный должен быть таким, потому что очень сочный цвет. Он вас просто забьет. Будет видно платье, вас не будет видно. Прическа какая-то. Короче говоря, на это нужно работать. Для того, чтобы в повседневной жизни вот уверенно выглядеть, тогда вам нужно немножко пастельные более тона. Сочные пусть будут. То есть не прям бледные, а какие-то сочные, красивые, такие живые цвета, но нежные. Спасибо, Наталья. По пропорциям, что вам хотелось бы? Так, значит, то, что попробуем представить. Вы любите классический стиль, смешанный с разными, да, я так понимаю? Но да. Основа классическая. Вот если пропорционально, у вас вот вытянутый такой прямоугольник, то есть вот пропорционально так. И в этих пределах можно играть каким образом? Учитывая там какие-то личные индивидуальные особенности, вам нужно максимально вытягивать вот эту всю пропорцию, максимально. Вы очень хорошо делаете вот насчет жакета, внутри какая-то вещь, которая тоже вот играет каким-то пятном. Допустим, жакет, юбка, там ваша длина.
лучше всего чуть-чуть за коленочку, не более. Вот буквально французская длина там на пальчик. То есть вот эта длина, это оптимальная? Да, да. Потому что другая, любая длина, она будет утяжелять и рост, и она сразу добавит вам грузности. То есть не хорошие пропорции, а легкость. Это вот юбки-карандаши, вот как вы любите, можно чуть более зауженные, чем у вас сейчас есть силуэт, но чуть-чуть ниже коленочки. При этом какие-то жакеты маленькие, на не доходя середины бедра. Не доходя. То есть у вас пропорции хорошие в этом. Вот сейчас, как вы одет. Единственное, что хочется. Слишком спокойно по цвету. Если вы одеваете жакет, а вы их, допустим, вот, любите носить, как вы говорите, с джинсами, с чем угодно, то вам нужно яркое пятно. Вот если вам хочется вот такое, вот как в вашем платье, активное, что-нибудь такое знойное, это идеальный вариант вовнутрь. Оно будет звучать, оно на себя не будет брать основную нагрузку. Здесь вы можете, допустим, у вас вот это ваш любимый ультрамарин синий, белую юбку и какой-нибудь там молочный жакет, даже вот с этим, любой, абрикосовый сюда подойдет, на все на нежных тонах. С джинсами та же история, вы можете надеть джинсы, яркий топ и какой-то легкий жакетик, либо блузончик, либо рубашку, либо блузу и что угодно. То есть вам нужно максимально разбивать форму, не надевать платье, допустим, массивных оттенков или резких геометрических фигур, там, которые просто вот, ну, разобьют форму вашу огромным пятном. А по цвету то, что я вам говорила, пастельные тона, и вот это все будет играть на вас отлично. Побольше цветных красивых акцентов. Вот если вы любите там какую-то бижутерию, украшения шикарно были бы. Тоже как вот переходный этап. Допустим, тем же ярким акцентом могут быть какие-то бусы, шарфик, все что угодно, сумочка. А все остальное пастельное, нежное, просто шикарно будет. Знаете, вот как представьте себе леденцы, коробку с леденцами, вот которые немножко припудрены, такие не яркие леденцы, которые ядреных оттенков, а вот чуть-чуть припудрены. Вот это все ваши цвета. Наталья, спасибо. Я обязательно воспользуюсь вашими советами. До свидания. До свидания. Лабораторія краси змінила вже не одне життя наших героїнь. Змініть себе і ви. Додайте яскравих барв своїм сірим будням. Ірина Колесник – майстер-стиліст третього рівня Комітету стандартів салонів краси. Наша сьогоднішня модель Наталія – дуже миловидна, цікава жінка. Ми поработаємо з її цвітом волос. Поработаем с формой стрижки, сделаем асимметрию. Эта стрижка будет выглядеть более стильно, более молодо. И усилим у корней цвет волос, но придадим такой цвет, который бы освежал ее лицо и придавал еще большей динамики, большей выразительности стрижке. Вот это задача для нас на сегодня.
Лабораторія краси запрошує рішучих та готових до змін жінок, які бажають навчитися підкреслювати власну красу. Якщо у вашій косметичці можна знайти лише блиск для губ та туш для вій дворічної давності, тоді ми чекаємо саме на вас. Візажист Альона Озірна навчить вас магії макіяжу. Глибокий погляд, спокусливі вуста, вилиці гострі як ніж. Все це чекає на вас у програмі «Лабораторія краси». Для того, щоб стати учасницею нашої програми, звертайтесь за телефоном 76 61 61. Альона Озірна, майстер-візажист. Макияж для нашей героини Натальи я исполню в натуральных оттенках. Хочу сделать акцент на глаза. Откажемся категорически от карандаша бирюзового цвета. Также я хочу дополнить макияж губной помадой ягодного оттенка и придам коже свечение, а также придам легкий румянец. Наталочка, сьогодні був для вас насичений день. Хотілося б дізнатися про ваші емоції від вашого перевтілення. Що ви очікуєте? Я готова к любым перевоплощениям. Готова увидеть себе любую. Не знаю. Пропоную зараз переглянути наше відображення і подивитися, чи сподобається вам ваш новий образ. Хорошо. Що скажете? Вы знаете, я ожидала, конечно, всего, но не такого перевоплощения. Я, конечно, не ожидала, что это будет асимметричная стрижка, такой цвет волос. Я очень довольна. Впродовж всего перевтілення виникла невеличка дискуссия щодо вашего макияжу, перехід від яскраво бирюзового та блакитного до більш пастельних тонів. Як вам це перевтілення? Мне нравится мой новый макияж. Спасибо Алене. Спасибо всім. Зникнемо. Сьогодні ми обговорили про те, що для нашої героїні готуємо великий об'єм. Я бачу, що це в нас вийшло. Хотілося б від вас коментарі.
Значит, мы хотели сделать объемную стрижку. Гарантируем, что объем будет держаться что с укладкой, что без укладки. Теперь вы сами помоете головочку. Два движения феном, и укладка пышная с объемом готова. Спасибо. Якщо укладка нашої героїні залишиться з нею надовго, то пам'ятку про те, як правильно оновлювати гардероб, наша Ірина Вікторівна хоче вам передати просто зараз. Це вам пам'ятка, з якою ви будете ходити по магазинам, покупати тільки полезні і нужні речі. І в гардеробі речей паразитів більше не буде. Дякую. Ми дякуємо вам за участь у нашій програмі, бажаємо підтримувати новий образ і якнайбільше яскравих буднів. Не бійтеся змін, змінюйтесь зовнішньо і внутрішньо на радість собі і близьким. Подаруйте собі комплімент.